2020 The Brush, и в этом ролике давайте рассмотрим, что тут предлагает новая версия The Brush с разверткой. Вот такой персонаж — это фараон. И давайте посмотрим, что тут можно делать. UV Map открываем, жмем Morph UV. Вот такая вот развертка. Здесь можно ее именно подкорректировать, поработать маской. Вот так все это ненужное, допустим, где-то замаскировать. Объяснять буду вот таким вот образом. Извините, без проработок. Дюжить качественно не надо. Ну, вот так вот замаскировали, допустим, вы ненужные части. И теперь что можно сделать? Подгрузить текстурку или вот выбрать здесь ее. И вот, допустим, вода. Переключаетесь на Drag Rect. И вот так эту воду сюда вот так вот потихоньку наносите. Вот такая получается прикольная штука. Теперь Morph UV. И вы видите, что фараон вот так вот пролепился и с текстуркой. Теперь Ctrl-Z. И посмотрим, как оно еще тут можно. Отключаем лепку. И просто теперь наносим какую-нибудь вот эту вот текстуру. Вот так. Пусть будет механический какой-нибудь у него костюм. Это вот уже без лепки, просто крашеный. Ну, вот такой вот прикольный гражданин стал. Также можно Morph UV опять нажать и использовать краски. Ну, допустим, вот красный. И также можно использовать альфы, рисовать альфами. Вот так как-то. Цвет красный. И вот так все это дело. Так, Ctrl-Z. Текстуру отключаем. И вот можно теперь красным цветом тут подкрашивать, где-то что-то дорисовывать, какие-то швы, какие-то оттенки. Можно вот поменьше поставить. И цвет, допустим, белый. И вот уже где-то что-то посветлее сделать. Вот таким вот образом Morph UV. Вот такой теперь гражданин. Вот так изменилась его роба. Ну и текстурку. Также можно нажать текстуры Map, Create, New From Poly Paint. Применить вот эту вот текстурку, сохранить или просто уже сохранить персонаж, экспорт уже с этой текстурой, с измененной, с разверткой, извините. Вот эту развертку можно корректировать как вам надо. Также можно красить по объекту. Выбираем цвет. Допустим, пусть будет синий. Теперь интенсивность прибавляем. И вот можно уже по персонажу красить. Предварительно текстуру он сделать. И вот теперь можно вот так вот здесь подкрасить его. Где-то вот так вот. Верхушки. Вот таким вот образом. Ну, вот так вот работает развертка и текстура в 2020. Прикольная штука, кстати. Все, всем пока, до свидания.